Ехал сегодня у нас в центр города, практически. Там просто, институт. В кабинете проблемы с окнами. Абитуриентом. Вот, вот сюда. Так, а тут вообще вы пользуетесь этим проходом? Нет. У вас тут магазин был, да, по-моему? Был. Был магазин. Раньше. Так, ну вообще здесь... Мы хотим, наверное, тут что-то. Нам сделать, чтобы было тепло. Чтобы не дуло. Нам по ногам уж сильно. Чтоб не дуло, ничего не получится, чтоб не дуло. Почему? Ну потому что тут у вас закрывается только на замок. Вот. То есть здесь у вас, видите, все открыто. Вот отсюда прям фигачит. Вот. И снизу то же самое. Вверх, да, видите? У вас тут зимой-то вообще будет. Тут не резинка, тут надо прижим. Тут надо многозапорный замок ставить. Давайте ставим. Мы вообще не пользуемся этой дверью. Можете вообще завалить ее. Интересный вариант. Просто зимой реально очень холодно ногам. Так, ладно. По сути, надо здесь ручку скобу убирать, ставить многозапорник. Ну, как сейчас отфрезеровать как под нажимной. Что-то я сейчас пока не могу сообразить. Либо забрать ее на производство, эту дверь. Тут ее разобрали. Да, интересно. Что, необычная такая задачка. Надо будет думать, что с ней сделать. Потому что, конечно, понятно, что ее клинить надо. Тут со стороны петель все жестко. А вот здесь, конечно, беда у них. Да, интересная задачка. В общем, тут пообщались с этими работниками из института. Они говорят, она нам вообще не нужна, эта дверь, мы ей не пользуемся. Там у них раньше был магазин книжный, и была стена. Они, видать, эту стену сломали и объединили, поставили кабинет. Раньше там был магазин, соответственно, ходили. Типа особо не надо было им. А сейчас вот стол стоит прямо около двери. Конечно, это не дело. Вот. Они говорят, там вообще дверь эта не нужна. Ну, а если не нужна дверь, то что там самое напрашивается? Поставить туда отфрезерованный импост вниз, где порог, ну или не пост, или раму отфрезеруем. Вниз поставим, там запеним снизу. Соответственно, и стеклопакет. Дверь снимем, мы и поставим стеклопакет, штапики заколотим вообще. Будет замечательно у них. Большое стекло. Вот как вам такой вариант. Сейчас мы его поедем обсчитывать. Но что бы вы, допустим, предложили в таком случае? Потому что там фрезеровать под многозапорник, это надо нажимное, считай, делать. Нажимной многозапорник, это надо ручку менять. Там дырки останутся от ручки скобы по-любому. Так что вот не знаю даже, как это будет вообще эстетически смотреться. Но и самое главное, это алюминиевый порог. Я знаю то, что в Зигене есть специальные пороги алюминиевые, куда можно ставить ответки. Но вот это какая-то там КБЕшная серия, какой-нибудь Экспроф или прочий там какой-нибудь Проплекс. Вот. Такого тут нет, то есть туда ответку не поставить. Опять же, проблема будет дуть по ногам, потому что они жалуются, то, что у них дует по ногам. Ну вот. Мой вариант. Вставляем вниз импост и делаем глухой из двери делаем глухарь с большим стеклопакетом. Штапики, правда, будут с улицы. Ну ладно, там тамбурные двери. Всем пока.